Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Сергей Морозов вновь вступил в должность главы региона. Торжественная церемония инаугурации прошла в Большом зале Ленинского мемориала. Для Сергея Морозова это уже четвертая церемония. Все было строго и торжественно, а самым важным моментом стало принесение присяги на верность народу и Конституции Российской Федерации. Вступая в должность губернатора Ульяновской области, клянусь добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности губернатора Ульяновской области, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать, защищать и исполнять Конституцию Российской Федерации и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устав Ульяновской области и законы Ульяновской области, честно служить народу. В ходе мероприятия глава региона подписал распоряжение о сложении полномочий регионального правительства. На инаугурацию были приглашены многие высокопоставленные гости, депутаты Государственной Думы, консулы других стран и заслуженные деятели культуры и спорта. Сегодня Сергей Иванович вновь получил доверие и президента, и партии «Единой России», и, конечно, самое главное, ульяновцев, которые проголосовали за него, дали ему возможность, его команды дальше, дальнейшую работу осуществлять по развитию региона. Нам очень приятно, что область очень успешно развивается, особенно в социально-экономическом блоке. Вот, и мне особенно гордо было сегодня сидеть в ряду почетных гостей. Были со мной и мои коллеги из Казани, это наш генеральный консул из Венгрии. Избранного главу региона пришли поддержать его коллеги, друзья и близкие. А желающих поздравить Сергея Ивановича лично оказалось так много, что в фойе Ленинского мемориала организовалась большая очередь. Я считаю, что победа очень заслуженная, потому что Сергей Иванович очень много уделяет внимания развитию спорта, как массового, так и спорта высших достижений. И вот скоро, буквально в конце месяца, сбудется моя мечта и мечта 1500 девчонок. Будет закладка камня Центра художественной гимнастики. Я очень рад, что сегодня Сергей Иванович чувствует такую уверенность. За ним команда и за ним уверенное такое радостное настроение жителей области. Дарья Сударева, Павел Макаров, Новости Ульяновской правды.